Самая необычная елка прошла в Старый Новый год на ферме «Казачий дозор», что в деревне Горки. Там Дедом Морозом был казачий атаман, а помогали ему сказочные героини Снегурцы. Хоровод вокруг елки, перетягивание каната, вручение подарков – и все это на улице в окружении сельского пейзажа. Дети приняли активное участие в творческих конкурсах, а еще познакомились с лошадкой, которая показывала цирковые номера. Кланялась, вставала на дыбы и ела сахар с рук к неописуемому восторгу ребятишек. Мне понравилось лошади и как тут проводит время, ну, с детьми. Так. Больше всего понравилось. Мне прыгать. Всего гостями этого доброго и душевного праздника стали более 40 ребят. А организовали его Видновское казачье общество и досуговый центр «Юность». Сегодня среди детей, они у нас сегодня разные, но все добрые, любимые, хорошие, это наши маленькие жители. К нам сегодня присоединилось общество инвалидов и детишки вместе с родителями. Сегодня, кстати, уже не в первый раз приезжают к нам в гости. Мы постараемся делать почаще для них праздники. Очень классный праздник!